в Германии выдалось на достаточно хорошем организованном уровне. Долго затягивать не буду, я вам, с вашего позволения, наброшу. Сообщением Германской городской территориальной избирательной комиссии об итогах выборов и депутатов местных советов и сельского поселкового городского округа на основании протоколов участников участковых избирательных комиссий о результатах голосования, Германская городская избирательная комиссия доводит до вашего сведения следующие результаты. Депутатами Германского городского совета избраны Бардин Вячеслав Александрович, внепартийный, заведующий спортивной базой кафедры физического воспитания Севастопольского института ядерной энергии и промышленности. Измах Ивановна, внепартийный, художественный руководитель клуба «Ингерман», избирательный округ номер 14. Виноградова Татьяна Валентиновна, внепартийная, Гайбер Синоверовна, член Коммунистической партии Украины, врач-терапевт городской больницы номер 6, избираемый партий. Зайцева Надежда, красота Алексей Емельянович, непартийный, инженер отдела сбыта Севастопольской ТЭЦ, избирательный округ номер 19. Кузнецова Нина Анатольевна, непартийная, дежурный электросвязок, электроцеха. Мамонова Кира Семеновна, непартийная, учитель истории школы номер 12, округ номер 22. Никулина Елена Николаевна, непартийная, старшая медицинская сестра терапевтической службы поликлиники номер 6, избирательный округ номер 2. Рожкова Нина Викторовна, непартийная, инженер РЭР-4, избирательный округ номер 21. Савакаев Борис Иванович, внепартийный, генеральный директор фирмы ООО «Акционер», избирательный округ номер 8. Стрихач Валерий Петрович, член партии Союза ветеранов Афганистана, консультант правитель ЧП, избирательный округ номер 8. Перед присягой я хочу вас поздравить всех с избранием на этот пост. И перед вашим всем коллективом, значит, я произнесу слова этой присяги. Я, Аксенчиков Юрий Владимирович, полностью осознавая свою высокую ответственность, торжественно присягаю, что буду верно служить народу Украины, строго соблюдать Конституцию и законы Украины, содействовать воплощению в жизнь, укреплять их авторитет, охранять права, свободу и законные интересы граждан, с достоинством нести высокое звание государственного служащего, добросовестно исполнять свои обязанности. Вот, и защищать всех наших жителей Ингермана от всех напастей. По подготовке первой сессии право присваивать ранг дается первой сессии нового созыва. В связи с этим рабочая группа предлагает вашему вниманию протокольное решение. В соответствии с законом о службе в органах местного самоуправления, руководствуясь постановлением Кабинета министров Украины от 19 июня 1996 года номер 658, присвоить Ингерманскому городскому голове Аксенчикову Юрию Владимировичу 9-й ранг государственного служащего, соответствующий занимаемой им должности 5-й категории. Кто за это предложение? Прошу. Бондаренко Людмила Васильевна. Виноградова Татьяна Валентиновна. Викалюк Лариса Андреевна. Данильченко Ирина Сергеевна. Дигерменджи Гайде Синоверовна. Доценко Александр Павлович. За
Зайцева Надежда Афанасьевна. Красота Алексей Емельянович. Кузнецова Нина Анатольевна. Лапина Марина Ивановна. Мамонова Кира Семеновна. Мороз Наталья Ивановна. Никулина Елена Николаевна. Поцелуева Ирина Алексеевна. Рожкова Нина Викторовна. Салагаев Борис Иванович. Сафронов Владимир Константинович. Стрихач Валерий Петрович. Тимаков Сергей Алексеевич. Тихомирова Галина Прокофьевна. Черемнова Ольга Вадимовна. Чистяков Владимир Тихонович. Якимец Игорь Александрович. Сегодня прошла первая сессия депутатов нового созыва Инкерманского совета. Значит, хотелось бы отметить, что состав депутатского корпуса значительно обновленный и представлен депутатами от разных слоев общества. Это и учителя, воспитатели, это руководители крупных предприятий, это пенсионеры, и по партийности состав также неоднороден. Представлены члены практически всех партий. И хотелось бы надеяться, что, имея такой депутатский корпус, мы сможем выполнить те хозяйственные задачи, те стороны социальной жизни нашего города, которые на сегодняшний день ставит нам жизнь, и сообща решить эти вопросы и улучшить жизнь простых людей Инкермана. Отлично. Несколько слов о новом составе совета. Депутатский корпус Инкерманского городского совета в этом созыве, можно сказать, где-то большой процент повторился. 9 депутатов избраны прошлого созыва. Насколько активные были выборы? Судя по выборам прежних лет, а у меня есть уже опыт в этом деле, эти выборы были самыми активными. И меня удивляло и радовало активность многих кандидатов, их стремление попасть в Инкерманский городской совет. Им
именно в этом созыве больший процент депутатов из числа руководителей наших предприятий. Это тоже радует, потому что раньше участие в сессии было сложным делом, а в этом созыве руководители сами стремятся не просто участвовать в работе сессии, а быть непосредственными деятелями.